Доброго дня всем, дорогие друзья. В гостях у программы «Есть что сказать» полковник запаса, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, автор-исполнитель Юрий Алексеевич Куксин. Юрий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Юрий Алексеевич, тема для разговора сегодня острая, неудобная. Но если вы согласитесь говорить об этом, я думаю, не только я, очень многие будут вам благодарны. Потому что этот вопрос стоит сегодня перед молодыми людьми и перед их мамами. С одной стороны, не идти служить в армию стыдно, нехорошо. Особенно православные люди это понимают. А с другой стороны, существует множество опасений и страхов по поводу того, с чем юноша может там встретиться. Я имею в виду дедовщину, неуставные отношения, как угодно это можно назвать. Но вот те проблемы, которые могут оказаться просто нерешаемые, которые порой приводят к трагедиям. Вот ваш опыт армейской жизни о чем говорит? Ну, здесь есть несколько аспектов, которых надо, так сказать, вот отдельно осветить. Аспект первый – защита Родины. Мужчина от рождения или природы предназначен защищать близких своих, родных, свою семью, своих друзей, свою улицу, свой город. Даже помните, как-то раньше, сейчас не знаю, раньше даже мальчишки выясняли отношения, дрались улица на улицу, там район на район, у нас в Свердловске это было, в 50-е, 60-е, 70-е годы еще было. Я застал эти моменты. Но опять же, они проявляли вот опять свою мужскую сущность, защищать свою улицу, свой район. Вот. Немножко деформировано, но тем не менее. Природой заложено в мужчину быть защитником. А где защита родственников, близких, друзей, улицы, дома, города, там и защита Родины, от малого к большому. То есть в любом случае все равно это защитник. У нас мы сейчас имеем в обществе очень странную тенденцию, у нас в армии все больше и больше женщин, потому что мужчины теряют эту функцию. Морально и психологически они не готовы быть мужчинами, не готовы защищать Родину. Это первое. Второе. Страх и боязнь так называемых неуставных отношений. Ну, во-первых, сейчас служат срочно служащие один год, не два года. Если раньше было два года, и дедовщина, по сути, это те, кто отслужил определенный срок, знает все условия, нюансы, специфику службы, приходят молодые бойцы, и они начинают этим пользоваться. Пользоваться себе на благо, да, в ущерб вновь прибывших. Это и называлось дедовщина. Причем, вы знаете, дедовщина, она, наверное, выражается в унижении моральном и физическом. Причем не обязательно физическое, а моральное унижение. Это уже дедовщина была. Но сейчас пришли одногодки и служат всего один год. Но конфликты внутри этого воинского коллектива все равно неизбежны. Почему? Потому что люди пришли с улицы, они пришли с гражданской жизни, где конфликты были. Ребята жили в одном дворе или в соседнем дворе, или, как я говорю, на соседних улицах, и кто-то себя чувствовал авторитетом, кто-то был серой мышкой у компьютера, да? Он виртуально герой, а тут-то надо в жизни самоутверждаться. И вот этот момент самоутверждения, или момент личностных претензий, или всевозможного первенства и психологически, и физически могут, вот здесь они и появляются. То есть конфликты на разном уровне, как и среди одного слоя военнослужащих, так и между подчиненными и начальниками. То есть конфликты есть. И их не избежать. Другой вопрос, что надо научиться из них выходить. Уметь ладить с людьми и сказать, да, Вася, ты авторитет, не вопрос. В этом, в какой-то области. А я авторитет в другой области. Ты специалист там рукой, а я в шахматы. Или а я компьютером. Или еще что-то. То есть личностно быть психологически готовым, что ты в чем-то ничуть не хуже, чем все остальные. Вот самое главное, это как раз психологическая подготовка тех людей, которые приходят в армию. Грамотное воспитание. Кстати, этому очень помогают военно-патриотические клубы. Когда юноши, придя в армию, они уже знают, что у них за спиной огромный и практический
военно-прикладного значения багаж и психологический багаж, и умение жить в коллективе, умение ладить, не конфликтовать, жить одной дружной семьей. То есть вот эта работа военно-патриотических клубов очень важна для того, чтобы человек, придя в армию, чувствовал себя комфортно. Ну то есть юноша, который в армию собирается, стоит... Обязательно пройти определенную школу, жизненную школу. Потому что конфликты, они у нас хоть в детском саду, хоть в семье конфликты. Папа старший, папа сказал, ты почему не слушаешь? Раз подзатыльник, да, уже конфликт. Это уже дедовщина в семье. Да? Как, если... Ну, Юрий Алексеевич, это совсем несравнимо с теми кошмарами, которые мы порой читаем. А они вырастают, эти кошмары, с подзатыльника дома вырастают до тех кошмаров, которые мы сейчас видим. Потому что и люди растут. Да, и кошмары растут. Поэтому, собственно, я уже говорил, что унижение моральное и физическое как раз, это и есть неуставные взаимоотношения в данный момент, то, что есть в армии. И вот надо уметь преодолевать. С одной стороны, когда тебя унижают морально, знать, внутренне знать, что ты, личностно, совершенно к тебе это не относится, то есть не воспринимать, постараться не воспринимать все вот эти вот какие-то выпады от окружающих. Ну, надо быть цельной личностью и надо знать себе цену. И надо иметь морально-нравственный стержень, чтобы тебя не согнули, не сломали. И уверенно по жизни, не замечая всей этой шелухи, двигаться в нужном направлении. Это одно. И другое, унижение физическое. Конечно, среди... равных, это недопустимо, это уже неуставные отношения, надо докладывать старшим, может не докладывать. А ведь нехорошо, значит стараться противостоять. Причем, когда обидчик получает достойный отпор, у него сразу отпадает желание вторично повторять такие вещи. Вот. Но это, говорю, это конфликтология, это целая наука. В принципе, я хочу сказать, что сейчас в армии введены психологи. Может быть, не бежать, не докладывать вышестоящему начальству, а прийти к психологу и посоветоваться, сказать, вот у меня сложилась вот такая ситуация непонятная, как из нее мы выйти. И психолог может посоветовать, не докладывая куда-то, проанализировать ситуацию и подсказать хороший, нужный выход, как в этой ситуации лучше подступить. Я считаю, что институт психологов в войсках и в системе органов внутренних дел – это очень важная составляющая, которую очень грамотно ввели в наше время. Но сейчас и институт священников тоже вводится, возрождается, скажем. Мы говорим с вами об одном. Ведь священник – это тоже психолог. То есть люди, правда, не понимают и не ассоциируют его с медицинской точки зрения. Потому что мы говорим «психолог», мы уже представляем, что такое медицинское. Да? Но это то же самое. Это то же самое. Это человек, который занимается психоэмоциональным состоянием бойцов. А это тоже психология, раздел психологии. И поднимает их на подвиг и воодушевляет их на преодоление трудностей или там, выполнение боевой задачи, совершение подвига и так далее. Разъясняет, все расставляет на свои места, акценты какие-то разъясняет. И может также какого-то взорвавшегося бойца сказать, гордыня обуяла тебя. Покайся и разъяснить, почему и как. То есть это тоже очень важный момент, очень важный психологический момент, который тоже правильно вводится в армию, абсолютно. Юрий Алексеевич, были какие-то ситуации, о каких можно сейчас рассказать, которых вам, как замполиту, приходилось принимать решения и, вот, извините за это слово, разруливать вот эти вот конфликты, когда молодой человек, может быть, там был доведен до отчаяния или там, ну не знаю, в общем, не буду фантазировать, лучше расскажите. Дело в том, что это ежедневно. Конфликтология – это процесс ежедневный, когда есть личный состав и большой личный состав, у кого-то с кем-то все равно какой-то конфликт. На какой-то почве. Или кому-то кажется, что его озадачили большие работы, а они работают меньше, да, уже обида, уже конфликт. Или наоборот, значит, какие-то нюансы, почему он на меня так посмотрел, или почему он мне такие слова говорит, почему он такой невыдержанный. Понимаете, то есть конфликты на бытовом уровне, они точно так же происходят и в среде военнослужащих, абсолютно. Поэтому с этим постоянно приходится сталкиваться. Другой вопрос, что когда начинаешь с человеком по душам говорить, когда человек открывается, когда человек начинает тебе доверять, важно самому командиру вести себя
ну, если не на равных, то с пониманием и с уважением к человеку. Понимаете? Человек это чувствует, когда к нему относятся с уважением. Когда, ну, я вам скажу, мне проще. Я служил, начинал служить, был сыном полка, да, оркестр, воинская часть 3275, город Лесной. Вот. Меня воспитывал дирижер оркестра. Я воинскую службу знал с воспитанников этого оркестра. Потом служил срочную службу. После окончания учебного заведения высшее образование получил, но пошел на срочную службу. И весь этот институт морально-физического унижения посмотрел изнутри. И когда стал офицером, я понял, что вести себя так, как ведут многие другие офицеры, я не буду. Я не буду людей унижать морально. Доминировать свое превосходство в звании, там, в должности, еще что-то. А ведь очень много офицеров ведут себя именно так. А потому что вот здесь вот не хватает мозгах-то. Потому что они знают, что они с этими бойцами в бой-то не пойдут. Они сейчас над ними могут поглумиться, там, барство свое проявить, свою, значит, разность в статусах продемонстрировать, самоутвердиться за счет унижения человека. А опять это зависит от воспитания, от неграмотного воспитания в военном училище или военной академии. То есть там сразу воспитывают, не ставят, не обращали раньше на это внимания и демонстрировали. То есть вот это превосходство, превосходство званий, превосходство с должности, разговаривать с подчиненными через губу или разговаривать с подчиненным по-хамски. А это у нас традиция очень древняя. Понимаете? И многие наши начальники, как мы говорим, вот, например, там такой-то, такой-то начальник большой, ведь он, если разобраться, как он себя вел с подчиненными, очень нелицеприятно будет. Я себе сразу дал установку никогда подобным образом себя не вести. Поэтому мне с подчиненными было очень легко. Если ты даешь команду, выполнить которую надо, покажи личным примером, как это делается. Не можешь личным примером обеспечить выполнение этой команды, а не так, что дал команду, и меня не волнует, как вы ее выполните, понимаете? Зачем ты ее давал, если тебя не волнует? То есть, опять же, сразу демонстрация какого-то снобизма, понимаете? Вот не должно быть снобизма. И когда начинаешь с человеком общаться уважительно, вникать в его проблемы, попытаться понять ситуацию, попытаться ее разрулить, поговорить с этим, поговорить с тем, кто не прав, объяснить ему, почему он не прав, почему нельзя так делать. Потому что ты вот унижаешь его физически, а если тебя физически унизить, тебе это понравится, и так далее, и так далее. То есть ситуации были разные. Была даже ситуация у меня, сейчас расскажу, очень, очень такая, вы говорите, одна из... 2002 год, Чечня, у нас, значит, наше подразделение, и факты пьянства. Факт пьянства. Но это же смертельно опасно. Я вызываю бойца, я вызываю бойца и говорю, а когда мы поехали в командировку, его отец мне говорит: Алексеич, вот я тебе функции свои отеческие, то есть ты посмотри за моим сыном там. Папа тоже полковник, уже в отставке, а сын старший лейтенант. Говорит: посмотри там, я тебе функции свои отеческие передаю. Я его вызываю, говорю: снимай штаны. Он в шоке. Я вытаскиваю ремень. Отец завещал тебя воспитывать по-отцовски. Снимай штаны, сейчас я тебя буду драть. Не словами тебя воспитывать, просто драть физически буду. Я тебя не буду бить, я тебя так выпарю, чтобы ты на всю жизнь запомнил, что нельзя... пить. Почему? Потому что ты подставляешь все подразделение. Под гибель подставляешь. Я говорю: выпарю. Скажи спасибо, что пока не перед личным составом. Если повторится, я тебя выпарю вторично перед личным составом, перед всем строем. Для него это был шок. Причем это на полном серьезе. Конечно, не собирался его драть, но показал ему, что это все реально. И вы думаете, что? Все. Завязал. И я так думаю, что здесь важен был вопрос именно стыда, что человеку было стыдно перед личным составом, вообще, во-первых, узнать, что вы вообще выпорли. Да? Просто даже информация, что, информация может дойти до бойцов, что его взяли и выпорли. Не спрячешь шрамы, не шрамы, но следы на попе. В бане-то, в баню-то пойдут, не спрячешь. Вот, это первое. И вот этот стыд заставил человека... кардинально измениться, и потом до конца командировки ни одного вопроса, самый лучший боец. Понимаете? Просто иногда вот такие радикальные меры, отцовские, когда ну, работа именно на психологию человека, на стыд, на совесть, давление на совесть, на стыд, это работает. Юрий Алексеевич, огромное спасибо за откровенный разговор.
Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с нами дальше.